Всем привет! Вы на канале CoverOver. Этот звездолет, это вовсе не звездолет. Это скульптура «Московские кольца» на транспортно-пересадочном узле ТПУ Нижегородская. Я сюда решил вернуться отдельно. В третьей части маршрута к Святому озеру вы можете увидеть днем, а ночью он подсвечивается вечером вот такими огоньками. Здесь МЦК, МЦД, наверное, или пригородный электрический просто, метро и обычный транспорт. То есть получается такая концентрация всякого транспорта и очень все крупногабаритно. Вот вход в метро и в МЦК, там наверху, если не ошибаюсь, как раз МЦКшная платформа. Здесь товарная станция, по-моему, где-то в том направлении. И вот скульптура. Идет дождь, но не сильный. И ветер тоже есть, но не сильный. Попробую поснимать. Там дальше храм. Троицкая церковь в Карачарове. Он так и называется. На той стороне ТЦ «Город», в котором я был. Я сейчас тоже туда заходил. Кстати, там видно, как какой-то поезд, по-моему. Как раз пригородный электричек, по-моему. Да. Виднеется МЦКшная электричка и не виднеется.